Всем доброе солнечное морозное утро из Мурманской области, скользкого полуострова. Ночевали мы в машине сегодня, пытались поймать солнечное сияние. Никак нам не получилось. Приехали мы немножко поздно. И вот сейчас будем здесь завтракать. Посмотрите, какая потрясающая красота. Стоит над озером легкий туман. Восход. Прилетели воробьи полакомиться. А это синичка. А у синички есть что в доме? Припарковались мы возле парк-отеля «Аврора Вилледж». Это такой вот интересный отель, состоящий из иглу, в которых можно переночевать, любуясь на солнечное сияние. Очень интересный отель, очень симпатично ночевать в иглу, завораживающие виды, пейзажи, очень здорово. Посмотрите, какое потрясающее утро. Не дешевое это удовольствие. Мы позвонили, номера раскуплены были до февраля месяца. Но, конечно, оно того стоит, я думаю. Вот так вот выглядят эти иглы. Сейчас попробуем войти. Смотрим, может быть, открыт. Давайте посмотрим изнутри, что это такое. Немножко запотела камера. Посмотрите, очень тепло, очень уютно. Это такой двухэтажный иглу. На втором этаже тоже спальные места. Оленьи рога. И вот спишь и любуешься северным сиянием. Был ночью снегопад, поэтому немного засыпало. Но все равно вид потрясающий. Подъем наверх как-то осуществляется вот здесь. Но сейчас верхний этаж закрыт. Его, видимо, открывают, когда приезжает компания с детьми. Так, а что у нас в туалете? Немаловажный аспект. Очень удобные большие туалеты, душевые кабины. Главное, теплые. Да, очень приятно. Приятно пахнет. Странные, я слышала отзывы, но нет, нет ничего подобного. Ничем здесь не воняет. Можно затопить печечку. Будет вообще шикардос. Итак, забрались мы с вами в одно из иглу. Рассвет набирает силу. Становится все более розовый. Посмотрите, какие розовые облака. И огромный иглу в виде кафе, где можно
по приемлемой цене за 40 рублей выпить чаю и по какой-то безбашенной цене за 160 рублей попить кофе. Чем мы сейчас и воспользуемся. И выпьем чаю и кофе. Ну и заодно перекусим. Мы позвонили на ресепшн, когда хотели узнать о наличии мест. К сожалению, мест не было. Но нам так намекнули, что, в принципе, если вы припаркуетесь, никто вас, конечно же, не прогонит. Вот, поэтому мы спокойненько на парковочке для гостей провели эту ночь. Приехали мы, было немножко остатков, уже остаточное явление от северного сияния. Солнечное вот это вот, северное оно, да, говорилось. А сейчас мы, кстати, температура минус 16. А сейчас мы заходим в эту столовую, кафе, в которой... Так, немножко... Будет. Ну да. Чай, вот. Кофе? А, кофе, если можно, напомните мне цену. А, я посмотрю сейчас. Да, все, окей. Ага. Карты принимаете? Карты принимают, да. Отлично. Даже вот тут и карты принимают, и можно попить кофе, чаю. Кофе нет, сварим из одного. Молотый, да. Отличное место на самом деле. Посмотрите, какая большая, я не знаю, кафе большое, я не знаю, как назвать. Это что? Иглу. Нет, иглу это понятно, что это форма жилища. А бар. Бар это. Это кафе. Кафе. Вот, караоке, я так чувствую, здесь. И мы решили тут немножечко перекусить.
может заката и рассвета тут быть. Тут есть только рассвет и закат. Это наши знакомые китайцы. Всем привет! Hello! Сделали мы остановку в таком вот красивом месте. Сад камней. Вот, встретили тут наших уже знакомых нам китайцев, которых мы встречали уже возле ледокола. Куда они едут? Не в Териберку, я в Териберку. Приехали мы на так называемое кладбище кораблей. Но я бы это, наверное, назвала мусоркой кораблей. Много людей с детьми здесь. Вон Анютка снимает эту саму кладбищу. Ну, вот такие вот развалины тут. Сомневаюсь, что это какое-то интересное место для посещения. Вот. А на противоположной стороне Териберка, который снимали фильм «Левиафан».